смотрите новости недели на телеканале «Беларусь-4». Из всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Конституционная реформа как фактор экономических, политических и социальных преобразований. В Гомеле прошел региональный форум по итогам работы диалоговых площадок. Самый молодой медицинский вуз в стране, но авторитетный и престижный. Гомельский медуниверситет отметил 30-летие. Беречь себя и окружающих – обязательный масочный режим. Тема интервью с председателем облсполкома Геннадием Соловьем. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. На неделе в Гомеле прошел областной форум, посвященный конституционному реформированию и стратегии развития страны на ближайшие годы. Цель встречи – подвести итоги панельных дискуссий, которые состоялись в Гомеле и в Мозыре. Основные идеи, намеченные во время форума, станут предметом обсуждения на Всебелорусском народном собрании. В зале администрации свободной экономической зоны Гомель-Ратон, руководство области и города, политики, депутаты, представители партий, предприятий и учреждений. Сложная эпидемиологическая ситуация не стала преградой. Участники форума используют маски и социальное дистанцирование. На повестке дня вопросы, с которыми связано будущее страны. Список тем для обсуждения действительно широк. От партийного строительства до совершенствования сферы физической культуры и спорта. По каждой теме есть конкретное предложение. Среди озвученных предложений – пересмотр полномочий представителей власти, изменение порядка назначения глав администрации районов и многое другое. Экономика – важная часть диалога. Актуальная инициатива – создание клуба молодых лидеров. В перспективе его члены, активные и целеустремленные, станут будущими руководителями предприятий и организаций. Еще одна волнующая тема – образование. Пандемия COVID-19 внесла коррективы в учебный процесс, поэтому его законодательная основа также требует изменений. Дискуссия на форуме оживленная и многогранная. Участники говорят о плюсах и минусах действующего законодательства, существующих проблемах и методах их решения. В бюджете на науку, мы считаем, образование, медицину выделяется недостаточно средств. Понимаете? Если мы хотим, чтобы эти направления как были всегда на уровне, то, соответственно, и бюджетирование должно быть соответствующим. Совершенствование сферы культуры – тема, которой посвятили две панельные дискуссии. Предложения по развитию отрасли включают множество вопросов организационного характера. Внесение изменений, наверное, уже в узкопрофильное законодательство, да, которое регламентирует и какие-то штатные вопросы, штатно-численные, которые регламентируют и финансирование через День культуры, и в том числе регламентирует и некие статистические учетные показатели, да, для зачета, и в том числе по внесению изменений в законодательство по поводу заключения целевых договоров на обучение специалистов в среди специальных учебных заведений в сфере культуры и высших учебных заведениях в сфере культуры. Активное участие молодежи в диалоговых площадках подтвердило, ей не безразлична судьба страны. Молодые и инициативные предложили немало полезных идей. Самые актуальные прозвучали на форуме. Одна из проблем, которую выделили молодые люди, с которой они сталкиваются из года в год, выпускаясь из своих учебных заведений, к сожалению, они редко имеют представление о том, какую специальность они получают, и редко имеют представление о своем настоящем рабочем месте. Поэтому было выдвинуто предложение на законодательном уровне закрепить за учреждениями образования и за нанимателями на постоянной основе ознакомление абитуриентов со своим будущим рабочим местом, со своей будущей профессией, что позволит нашим выпускникам более четко осознавать, куда они хотят идти учиться и позволит выпускать более качественных, высококлассных, я бы даже сказала, специалистов, которые будут оставаться на своих рабочих местах и приносить им только пользу. Областной форум аккумулировал лучшие мысли прошедших панельных дискуссий. Регион сделал свой шаг на пути к переменам. Конструктивно и цивилизованно. Николай Скинтиян, Валерий Гапанько. Новости недели.
И хоть с момента проведения областного форума прошла практически неделя, предложения и высказанные на нем мнения обсуждаются участниками до сих пор. Напомним, наиболее конструктивные инициативы из регионов будут направлены в оргкомитет Всебелорусского народного собрания и парламент страны. Александр Гамоля выслушал впечатления участников областного форума. Мне, как представителю системы образования, повезло обсудить наиболее острые вопросы, которые требуют изменений как на законодательном, так и на местном уровне. Мы считаем, что те диалоговые площадки, которые проходили в нашем городе в октябре месяце, выработали наиболее конструктивные предложения. И если эти предложения будут приняты, они дадут новый импульс к развитию нашей системы образования. Это и итоговая аттестация учащихся, это и совершенствование системы вступительной кампании. Это, конечно же, и проблема социальной мобильности в 21 веке, когда, вот, как утверждают футурологи, человек для успешной социализации должен будет в течение жизни менять несколько профессий. В этих условиях, к которым мы приближаемся, существуют искусственные ограничения для педагогов, препятствующие им изменению специализации в рамках специальности. То есть, конечно же, эти проблемы нужно снимать. Обсуждалось образование, культура, то есть очень много конструктивных внесено предложений, и все эти предложения будут учтены и направлены для внесения изменений в Конституцию Республики Беларусь. А то, что внесение изменений в Конституцию Республики Беларусь назрели, это никто уже в этом не сомневается, поэтому идет эта работа. За молодежь и будущее, и глупо это отрицать. Поэтому здесь сегодня практически в каждом вопросе звучала тема молодежи, то, что неважно, это образование касалось, здравоохранение, культура, все упор делался на молодежь. Потому что есть моменты, где где-то недоработали, где-то недосмотрели, сейчас вот пожинаем какие-то плоды. В сентябре, когда срывали государственную символику, тем самым нарушали статью 370 УК РБ, то есть, не хватает, получается, каких-то последствий и наказаний, которые введено данной статьей за нарушение данной символики, потому что это можно расценивать не как какое-то хулиганство, либо неуважительное отношение к символике, а как подрыв государственности, также введению каких-то настроений саботажа, либо сепарации, революционных настроений, и должно классифицироваться более с высокой ответственностью. Судьба страны должна решаться не на улице. Если ты жгешь покрышки, если ты призываешь остановить предприятие, если ты призываешь к санкциям в отношении своей страны, если ты призываешь забастовки, ты ничего не сделаешь для перемен. Ты делаешь для того, чтобы экономика стала хуже работать, зарплата упала, нищета, рост преступности. А диалоговая площадка – это возможность быть услышанным. И находясь здесь в Гомеле, я был очень рад, увидев то, что абсолютно разные мнения присутствуют, разные слои населения, разные представители различных политических взглядов, молодежь, промышленность, учителя. Очень хорошо, что мы слушаем всех. Все это должно сейчас аккумулироваться, все это должно решаться. Я убежден, что это действительно вклад в развитие страны. Что касается основного вопроса, который беспокоит в регионах людей, очень много людей говорит, первое, об экономике. Пусть это не вопрос Конституции, но людей это беспокоит. Будущее свое, рост зарплат, рост перспективы развития экономического региона. И второй вопрос – полномочия местных органов власти. Действительно пришло время дать больше самостоятельности регионам. Дело идет даже не в полномочиях, в ответственности и возможности решать самим локальные вопросы и задачи, не дожидаясь решения в Минске. И этот запрос идет во всех областях, во всех малых городах. Усилены меры профилактики коронавируса. В начале недели во всех районах области введен обязательный масочный режим. Теперь необходимо использовать средства защиты органов дыхания в объектах и организациях всех форм собственности. Обязательно нужно надевать маски при входе в магазины, кафе и рестораны, аптеки, больницы, административные здания, отделения банков, почты, общественный транспорт. С этой недели в регионе сокращено и количество массовых мероприятий. О дополнительных мерах борьбы с COVID-19 и личной ответственности каждого в интервью с руководителем региона Геннадием Соловьем.
Добрый день, Геннадий Михайлович. Здравствуйте. Рад видеть. Спасибо, что тоже приятно. Нашли время встретиться для того, чтобы обсудить актуальные вопросы, связанные с противодействием пандемии. И в самом начале, наверное, к решению уходящей недели, 9 ноября в регионе введен масочный режим. О чем этот сигнал и что в это решение вкладываете лично вы? Вы знаете, когда мы рассматриваем вопрос принятия решения, в первую очередь мы рассматриваем о безопасности наших всех граждан, которые находятся рядом с нами. Да, понятно, вот сегодня мы с вами находимся без масок, нас позволяет пространство, и мы соблюдаем с вами дистанцию. Это улица, важно. Да? И когда мы рассматриваем, мы видим, что у нас на сегодняшний день есть прирост заболеваний. В первую очередь это связано и с пневмониями. Хотя я вам скажу, что мы работу ведем, и она определена разными мероприятиями. То, что мы принимали решение, в первую очередь это план мероприятий, который мы сегодня настраиваем все наши организации и обращаем внимание наших людей. Это, во-первых, что нас должны носить маски, это в определенной степени обезопасивать рядом нас находящихся. В том числе это дистанционка, которую мы должны соблюдать. Это в торговых объектах, в местах массового скопления людей. Ну и, конечно, самый главный фактор, который мы сегодня должны рассматривать, это проветривание помещений. И, конечно, когда мы смотрели вот эту ситуацию, и я вижу, какая у нас в целом по области, в сфере коронавируса, пневмонии, и мы видим, что нужно принимать активные действия. Что было принято? И, конечно, мы обращаемся к нашим людям, гражданам Гомельской области, не только. То, что мы должны сегодня активно эту работу вести в плане и соблюдения всех этих мероприятий, которые определены этим решением облсполкома. Практически неделя прошла с момента принятия решения. А вы наверняка мониторили каждый день ситуацию. Смогли ли мы по-доброму взбодрить жителей региона? Ведь ни для никого не секрет, действительно, за это лето мы по-хорошему расслабились. Конечно. И вы знаете, когда мы начали изучать, конечно, неделя – это не тот срок, который мы можем сегодня обсуждать. Но я вам скажу, позитивы наблюдаются. И люди поддерживают нашу позицию. И когда мы посмотрели, что сегодня и в транспорте начинается больше людей соблюдать масочный режим, понятно, что мы не можем сегодня остановить своего производства. Это наша задача в первую очередь. Вообще наращивание производственной деятельности. И самое главное, чтобы люди, которые сегодня участвуют в этом процессе, не выпадали с него. Они выпадают тогда, когда соблюдается и режим масочный, и в том числе состояние здоровья человека поддерживается. Потому что мы в медицине в текущем году влили капитальное финансовое средство для того, чтобы поддержать и медиков, и структуру нашу. Геннадий Михайлович, если это возможно, озвучите, какое количество средств уже направлено в регионе на борьбу с ковид, и планируется ли дополнительное вливание в этом году? Мы за текущий период 62 миллиона дополнительных денежных средств влили с областной исполнительной комитет при поддержке, конечно, и государства. И еще нам нужно 32 миллиона. И мы должны понимать, что мы на этом не остановимся. Мы приобретаем сегодняшний день и дополнительные оборудования части. Сейчас запустили на 130 коек дополнительные места в туберкулезной больнице, и это дало возможность нам еще ресурсы увеличить коечно, хотя у нас более 4400 есть. Денежные средства, понятно, мы должны экономно их расходовать, поэтому почему мы и принимали это решение. Я вам скажу, вот когда мы рассматривали вопросы по дополнительным, мы выделили деньги на ИВЛ. У нас ИВЛ на сегодняшний день загружено где-то грубо около 10%, потому что у нас имеется более 440. Один ИВЛ только загружен. То, что сегодня мы увеличили практически на 70% кислородом обеспечения наших медучреждений, это тоже много о чем говорит. Наши все председатели исполкома активно влились в эту работу, и практически в каждом районе были созданы дополнительные кислородные места. То есть это дает возможность эффективно лечить наших людей. Другими словами, сегодня в регионе есть все необходимые инструменты и мощности для того, чтобы дать действительно достойный отпор пандемии. Конечно, у нас на сегодняшний день занимаются производством и средств защиты индивидуальных. Это наши предприятия 8 марта и наш Коминтерн, другие, которые Надекс и располагаются на целевой области. Это 8 предприятий, которые шьют и противошумные костюмы, и маски. Конечно, и по дезинфекциям у нас 2 предприятия, Калин,
Малькович и Радомир, они эффективно работают. У нас есть запас. Фактически мы создали запасы в системе медицины на 2 месяца. Мы сейчас рассматриваем вопрос уже вливания денег на создание запаса на следующий год, это январь месяц. Пандемия повлияла на все, без исключения, сферы жизнедеятельности. По большому счету, наверное, поменяла и каждого из нас. Геннадий Михайлович, а вот смогла ли экономика региона эффективно перестроиться? Вы знаете, время? Мы этот выдержали экзамен. Конечно, внесла определенные изменения, потому что это были связаны с внешними рынками, потому что мы видим по БМЗ парализации наших товаров на экспорт, в том числе по гомельстекло. Но я вам скажу, если реально смотреть, вот мы посмотрели за последние 3 месяца, мы на 1.5% приросли по ВРП. В сегодняшний день по итогах 9 месяцев мы имели 99%. Наша задача, мы видим, что и она проработана, мы выйдем на 100%. Это то, что сегодня проработано с точки зрения тех производственных деятельностей наших предприятий. Эффективно работает сегодня наш МПЗ, который сегодня объем увеличил, хотя они были упали до 70% меньше процентов, на сегодняшний день разворачиваются в сфере производства нефтепродуктов. И, конечно, и другие предприятия. Что хочется. И это несмотря на сложно 2020 во всех смыслах. Понятно, что мы сегодня зависим, потому что мы экспортная страна и должны это. Хотя, я вам скажу, если смотреть по экспорту наше продовольствие, мы 117% занимаем к уровню прошлого года нашей мясомолочной компании. Это мы видим. Мы, да, потеряли. У нас особенно сильно просел экспорт услуг. Это туризм. Геннадий Михайлович, а как при хорошей урожайности 2020-го пандемия могла бы повлиять на итоги сельхозгода? Что бы было, если бы этой весной мы ушли на жесткий карантин хотя бы на неделю-две, как это сделали, к примеру, соседи? Я вам скажу, вот если мы бы в сельском хозяйстве ушли на карантин, условно называя, хотя в стране это не сделано, и мы видим эффективную работу нашей сельской хозяйства, мы, конечно, потеряли. Дело в том, что мы прекрасно понимаем то, что сегодня по сроках вегетации определено для растений, его нельзя перенести. Поэтому те сроки, которые были для растений необходимы по высеву, мы это все сделали. И мы убедились, что да, мы проросли сегодня урожай по валовому сбору почти на 30%. И видим, что если сравнивать те годы, мы получали в 2014-2017 году более 1 000 000, то, а мы сейчас подошли к этой цифре. Хотя сегодня с кукурузы уже 1 100 000 мы намолотили, но мы видим, что 30 тысяч мы намолотим. Поэтому вот это все внесло бы в наши продуктивные показатели, в частности, обеспечение нашей сельского хозяйства необходимым. А по итогу, вполне возможно, коснулось бы и как в целом экономики, так и кошелька каждой семьи? Конечно, мы так это прекрасно видим, что это сегодня однозначно ложится на того или иного жителя нашей страны, в том числе нашей области и работников сельского хозяйства в первую очередь, потому что они обеспечивают нашу продовольственную безопасность. А мы, представляете, вот возьмем даже сегодня рынки, которые просели, которые нас мы не производим, в частности, белковое сырье, мы видим, как цены пошли. А о чем оно связано? Потому что этого объема не было, который цену формирует рынок. И в завершении факт, который, похоже, остается все еще фактом. За второй волной специалисты говорят, возможно, будет третье и четвертое дело в силе той самой волны. В связи с этим, какую задачу всем, без исключения службам, в это непростое время ставит руководитель региона? Вы знаете, мы на сегодняшний день видим, что да, вторая волна прошла. И, конечно, мы уже, наверное, это будет, как мы говорим, стилем жизни. Поэтому мы должны быть готовы. Поэтому мы создаем не только правовую, но и финансовую, и материальную, и ресурсную поддержку этому поколению. И то, что руководителям предприятия сегодня нашим принятым решением дает, это основное направление работы. Для того, чтобы мы могли обезопасить все сферы нашей экономической деятельности. В первую очередь наших врачей, потому что нагрузка на их очень сегодня колоссальна. Государство делало и будет делать в этом направлении немало. А что все-таки зависит только от каждого из нас? Ну, мы прекрасно понимаем, что любыми сегодня административными мерами не можем достичь тех результатов, которые мы хотим. То, что мы рекомендации надали, это сегодня в первую очередь мы должны подумать о тем, с кем мы находимся и кто рядом с нами, и, конечно, кто нас окружает. А это сегодня просто простые методы. И, конечно, мы должны рассмотреть то, что дистанцирование, оно тоже позволяет соблюдать вот это наше мероприятие, которое связано против наших вот этих всех ситуаций, которые возникли с пандемией.
с коронавирусом. Ну и, конечно, это и масочный режим, и то, что руки надо мыть. Но я думаю, сегодня наши медики и санэпидемслужба разъяснительную работу в средствах массовой информации проводит очень колоссально. Я думаю, просто мы должны всем прислушиваться. Дядя Михайлович, спасибо большое за спасибо это интервью. Вам. Успехов в делах и спасибо. Здоровья. Главное, берегите все себя. На самом деле это для нас важно. Спасибо. Современное оборудование, уникальные технологии, высокие зарплаты сотрудников. В Жидковичском районе готовится к открытию уникальный молочно-товарный комплекс. На этой неделе совещание по рабочим вопросам здесь провел губернатор. Подробности этого и других событий недели далее в обзоре от службы информации. В Жидковичском районе завершается строительство крупнейшего в Гомельской области молочно-товарного комплекса «Дяковичи». Он рассчитан на содержание почти 2500 голов дойного стада. Животноводческий комплекс поистине уникальный. И не только своим масштабом. Речь также о новейших технологиях, которые здесь будут использоваться. Проект белорусско-итальянский. Оборудование поставлено нашими партнерами. Среди необычного для подобных сооружений – полы с подогревом в помещениях, где будут содержать телят, и доильных залах. Подогреваться будут и все без исключения поилки. По-настоящему комфортные условия для животных позволяют создать навесное оборудование. Продукция комплекса «Дяковичи» будет поставляться на Туровский молочный комбинат. Открытие объекта запланировано на середину декабря. Кстати, сегодня в Беларуси отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этой сфере в Гомельской области занято около 70 тысяч человек. Это все те, кто возделывает землю, ухаживает за скотом, перерабатывает зерно и молоко, а также трудится в научных лабораториях. Профессиональный праздник аграрная отрасль в этом году встречает с хорошими результатами. В области собрано более 1 125 000 тонн зерна, учитывая кукурузу. Это существенно больше, чем в прошлом году, при том, что уборка еще продолжается. Эффективность использования земли фермерами, неработающие системы отопления в жилых домах, нарушение санитарных норм в магазинах. Председатель облсполкома Геннадий Соловей провел на этой неделе прямую телефонную линию. За 3 часа к нему обратились 38 человек. По большинству обращений соответствующие поручения были даны непосредственно во время проведения линии. Остальные взяты на контроль. Особое внимание уделено вопросам профилактики коронавируса. Геннадий Соловей призвал более ответственно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих, а также сообщил о принятом решении о дезинфекции подъездов. Служить Отечеству. Более 2000 молодых людей из нашего региона пополнят ряды вооруженных сил Беларуси и других воинских формирований. Военные комиссары заявляют, что несмотря на неблагоприятную эпидемическую ситуацию, осенний призыв проходит спокойно, в штатном режиме, но с соблюдением всех необходимых санитарно-гигиенических норм. План по комплектованию войск будет выполнен. Призывная кампания продлится до 30 ноября. На уходящей неделе Гомельский государственный медицинский университет отметил свое 30-летие. За это время самый молодой медицинский вуз Беларуси сформировал сильный профессорско-преподавательский состав и выпустил почти 9500 врачей. Об истории и планах на будущее этого учебного заведения расскажет Анна Корольчук. Почетные гости, поздравления, торжественная атмосфера. Самый молодой медицинский университет страны отмечает 30-летие. В такой день нельзя не вспомнить историю и тех, с кого все начиналось. Накануне съемки мне в руки попал вот такой вот уникальный архивный снимок. Он был сделан в 91 году во время первого вступительного экзамена в медицинский университет. К сожалению, установить личность героини этой фотографии мне не удалось, однако среди экзаменаторов легко можно узнать первого ректора университета Юрия Бондажевского. Гомельский медуниверситет открывали в первую очередь из-за острой нехватки кадров для наиболее пострадавших от Чернобыльской катастрофы территорий Гомельской и Могилевской областей. Этот период совпал с формированием суверенной Беларуси и тяжелой экономической ситуации. Общежития не было. Первое, это облздрав нам выделил половину своего общежития медучилища. И мы арендовали, наверное, 20, я думаю, общежитий разных, где по 5, по 10 человек в рабочих общежитиях жили наши студенты. И вот первые компьютеры, такие настоящие компьютеры, это с университетом Нагасаки. Они нам вот в этой ситуации помогли очень здорово. Ну, дальше учебники начали сами печатать, закупаться учебники. Лучшие
медики со всей страны переехали в Гомель, чтобы готовить новое поколение докторов. Гомельский вуз называют наиболее практикоориентированным. Он имеет тесную связь с клиническими базами и собственную лабораторию с роботами-симуляторами. Сейчас в ГГМУ работает более 400 преподавателей, которые готовят студентов на 5 факультетах. Буквально 2 недели назад открылась кафедра анестезиологии и реаниматологии. Осваиваются дистанционные цифровые технологии в медицине. Со временем вуз стал известен и на международной образовательной арене. Гомельский медицинский университет выпустил более 800 зарубежных специалистов из 35 стран мира. Одни из самых многочисленных – студенты из Индии. Поэтому поздравить вуз с юбилеем приехала и чрезвычайный полномочный посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур. Медицинское образование здесь дают хорошее, достойное качество по разумной стоимости. Многие молодые люди у нас хотят стать врачами, а соответствующих университетов у нас в стране недостаточно, и они вынуждены ехать учиться за границу, если действительно хотят стать докторами. Эта традиция сохранилась еще с советских времен. Индийцы едут в страны СНГ в основном за медицинским образованием. А выпускники говорят, что довольны учебой и хорошо проводят здесь время. Поэтому новые студенты продолжают приезжать в Гомель. За 30 лет университет сделал все возможное для решения кадрового вопроса в регионе и достиг успеха в реабилитации пострадавших от ЧС. Это стало возможным только благодаря команде профессионалов, клиницистов и практикующих врачей, известных ученых и уважаемых специалистов в области медицины. Они работают под девизом «Я лечу, я учу». Я искренне хочу поздравить весь профессорско-преподавательский состав Гомельского государственного медицинского университета, наших студентов, наших сотрудников и, очень важно, наших выпускников. Потому что на сегодня мы видим, что определяющую роль в стране играет медицинская служба. Это практикующие специалисты, многие из которых с гордостью говорят, что они выпускники Гомельского государственного медицинского университета. И нам приятно видеть, когда они приходят к нам в роли курсантов на курсы повышения квалификации, в роли клинических ординаторов, приходят готовить кандидатские и докторские диссертации. И многие из них работают у нас в ВУЗе. Это очень и очень важно. В 2020-м перед медиками стоит не менее сложная задача – борьба с COVID-19. И здесь университет не остался в стороне. Студенты сами выразили желание отправиться в красную зону, чтобы помогать больным быстрее встать на ноги. Первая группа волонтеров уже прошла специальную подготовку и приступила к работе. Из-за эпидемиологической ситуации юбилейные торжества в ВУЗе прошли в сокращенном формате. Республиканскую научно-практическую конференцию сменил прием почетных гостей и концерт. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительный адрес студентам и преподавателям университета. За плодотворную работу и вклад в развитие медицины профессорско-преподавательский состав награжден грамотами и благодарственными письмами, а также нагрудными знаками «Отличник здравоохранения». Бывший ректор университета Анатолий Лызиков получил нагрудный знак имени Всеволода Игнатовского от Национальной академии наук Беларуси. Анна Крольчук, Евгений Макенко. Новости недели. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания.